В Сирии восстановили подачу электричества, которая прервалась по всей стране. Как утверждает местная Минэнерго, из-за неисправности, не уточняя ее причин. Также в Сирии сейчас работают российские военные. Здесь подписывают, по сути, декрет о мире. Мы говорим спасибо России за борьбу с террористами, за примирение. Ведь это очень важно для нас. Люди могут вернуться в свои дома. А главное, начинается примирение внутри самого нашего народа. Мы хотим свободы, но не кровопролития. Документы подписывают российские военные. Сейчас в Сирии работают два десятка офицеров-переговорщиков. Как они находят общий язык с местными общинами, невозможно снять, не терпят публичности. Но именно они идут убеждать сложить оружие тех, кто не готов разговаривать с правительством Башара Асада напрямую. Та самая умеренная оппозиция. Здесь обязуются не применять оружие против правительственных войск Сирийской Республики, оказывать содействие мирным переговорам и безопасность, у кого есть возможность при посещении здесь медицинских сотрудников. Сейчас на сирийской земле все по-восточному тонко. Старейшинам предлагают проверить здоровье, раздают гуманитарную помощь. Главная задача – людям показать, что им искренне помогают. Эта община будет посредником, чтобы привлечь в мирный процесс соседние. Переговоры идут очень сложно. В некоторых селах отсутствуют элементарные вещи, как инфраструктура и продукты питания. Поэтому, реагируя на их заявления, мы поставляем в эти населенные пункты продукты питания, оказываем любую помощь. Там, где уже потише стало, вывозим и медицинских работников для оказания медицинской помощи. Работа идет очень скрупулезно, хрупкая. Все здесь основано на религиозных и национальных моментах. К мирному процессу в провинции Хама присоединились больше 30 сел. Некоторые пока раздумывают, боятся мести боевиков.